день под девизом «Спасибо врачам». Вячеслав Киреев снова в пути. На этот раз депутат отправился в Звенигород. Врачи клинического центра восстановительной медицины и реабилитации обратились к единороссам с просьбой приобрести рации. Ну, надеюсь, что это поможет и врачам. Значит, мероприятие мы сегодня целый день посвятили как раз тому, чтобы, ну, вот как раз под этим лозунгом, значит, спасибо врачам и хотим им помочь. Поэтому вот сегодня мы приехали, чтобы, ну, оказать какую-то техническую помощь. Центр медицины и реабилитации в Звенигороде уже около месяца принимает пациентов с COVID-19. В грязной зоне доктора проводят минимум по 6 часов. Связаться с коллегами в чистой могут только с помощью раций. Рации нам нужны для общения в грязных зонах между врачами, даже в том корпусе семиэтажном между этажами, и для общения между тем корпусом и корпусом реанимации, если станет плохо пациенту в семиэтажном корпусе. То есть с собой носить ничего нельзя, ни телефоны, ни, ну, как бы ни другие средства связи. В отличие от мобильного телефона, рации можно будет обработать. Но этим помощь партийцев не ограничится. Они готовы приобрести все, что необходимо медикам для лечения больных коронавирусом. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».